Здравствуйте, мои неимоверные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, что там мужчина. Может, он вас отпустил, может быть, забыл, может быть, он скучает. Что там у него происходит вообще в голове, в мыслях, в душе по поводу вас сегодня? Нет, девочки, ну не забыл. Ну что-то он страдает, прям ему тут дурно, плохо, переживает. Чего ты там страдаешь? Вы сейчас находитесь в определенных ограничениях, которые мужчину разрывают изнутри. Возможно, это расстояние, возможно, это ситуация. Говорит, плохо мне без тебя, говорит вам. Так, ну да, мужчина находится в каких-то таких вот энергиях негативных, знаете как. Думает о вас, находится сейчас сам. Он находится один в помещении здесь и сейчас. А вы еще гадаете, думаете, правда это или нет. А Вселенная говорит, правда. Ой, красивая карта, немножко ее спрячем. Вернется к вам мужчина. Ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю.